Пожалуйста, Прусакова Мария Николаевна. Спасибо, Вячеслав Викторович. Министерством здравоохранения прививка противоковидная для детей в возрасте 12 до 17 лет сегодня внесена в перечень обязательных. Поэтому у нас будет протокольное поручение проверить целесообразность и обоснованность данного решения. Спасибо. Вы готовите протокольное поручение, прорабатываете с профильным комитетом, а уже дальше профильный комитет выскажется по поводу протокольного поручения в поддержку или нет. Затем мы будем этот вопрос рассматривать на заседании и принимать по нему решение.